Let's start with the American R. R's are everywhere. They are probably the most commonly occurring consonant sound in English. Здравствуйте, друзья. Мы договорились провести интервью в Скайпе с очень-очень интересным человеком. Это американец. Его зовут Пол Грубер. И Пол является, ну вот по-английски это называется speech pathologist, то есть он специалист по патологиям речи. И вот, будучи человеком такой специальности, Пол занимается, в частности, постановкой произношения. У него курс есть такой, я не знаю, я его когда-то видел на пленке, но наверняка он есть там на DVD. Он, по-моему, назывался, я боюсь соврать, там American English Pronunciation, такого плана. У него есть словарь идиом американских. Он готовил военнослужащих американских, в частности, для работы там в других странах, и ставил там акценты, произношения и так далее. То есть такой, на самом деле, достаточно продвинутый человек, то есть фактически медицинская квалификация. И когда я первый раз наткнулся на его видео, я просто обалдел от восторга. Это было, по-моему, это было на YouTube. И видео называлось American R, и R, по-моему, было в кавычках, вот, American R Pronunciation. И оно было непродолжительным, но это было нечто, это было просто нечто. А может быть, это было на его веб-сайте. Потом было, можете погуглить просто на это. И потом было еще видео там про какие-то буковки, там, какие-то звуки, как их правильно произносить, у меня язык там начинал болеть после всех этих упражнений, но я был в восторге в неописуемом, просто. То есть мужик сам по себе невероятный. И я так, в общем, когда есть оказия какая-то, я его рекомендую. У меня есть его полный курс, на самом деле. И вот, уже с тех пор уже. Так вот, тут на днях получилось, что кто-то к нему пришел из тех людей, которым я его посоветовал. И он, наверное, как во всяком бизнесе таком американском хорошем, он собирает там, кто реферт. И мне написал имейл и говорит: я не знаю, кто ты, я не знаю, чего ты ему сказал про меня и что ты вообще про меня знаешь, но спасибо тебе, добрый человек. В общем, у нас много русских, так что, если что, говорит, мы люди проверенные. И я, поскольку я очень люблю его, он обо мне ничего не знает, но я очень люблю Пола, и я ему говорю: слушай, говорю, мужик, у меня вот есть канал русскоязычный, давай мы с тобой, это, я тебя поинтервьюирую, и ты что-нибудь расскажешь интересное нашей аудитории. Ну и он как человек публичный, в общем-то коммерческий, он как бы с удовольствием согласился, он несколько дней не отвечал, я думал, что он просто там робот какой-то за него все это пишет. Нет, он откликнулся и говорит: я с удовольствием, мы на днях с ним встретимся онлайн, да, поговорим, запишем для вас разговор. Я буду стараться по возможности, там, где я к вам обращаюсь, я буду говорить по-русски, а там, где мы с ним будем, там уже я буду по-английски. Но если есть какой-нибудь волонтер, чтобы сделать субтитры, то я буду очень приветствовать, потому что сам я не могу, у меня времени нет на это все. Вот. Так что я надеюсь, что кто-нибудь найдется, потому что видео будет интересным, разговор будет интересным. И у меня к вам предложение. Я вам описал этого человека. И я предлагаю вам задавать вопросы. Предлагаю вам задавать вопросы. И наверняка у вас есть что-то такое спросить, что лично для вас представляет интерес. Где задавать вопросы? Вот прямо под этим видео в комментариях. Нигде, ни в каком другом месте. Не пишите мне ВКонтакте, не пишите мне в Фейсбуке, Одноклассниках, в Скайпе не пишите. Пишите только здесь. Никакой вопрос, написанный где бы то ни было, кроме комментариев к этому видео, я не увижу, не прочту и к делу не приобщу. Более того, не все, что вы спросите, я обещаю передать, потому что по-всякому бывает. Вот. У меня тоже своих вопросов много.
я не пытаюсь каким-то образом продавать его услуги. У меня нет никаких комиссионных и никакого коммерческого интереса. Но у меня есть искренний человеческий восторг перед Полом. Я его очень люблю, обожаю. И я хотел просто поделиться с вами вот таким сокровищем, как бы, как Пол. Так что, друзья, задавайте вопросы. Еще раз, он специалист по патологиям речи, и он бесподобно объясняет, как произносить различные звуки, американские и так далее. И, в общем, я не могу сказать, насколько он широко известен. У меня абсолютно нет никакой информации, чтобы об этом судить. Вот. Но могу сказать, что вот я, наверное, уже много лет назад на это наткнулся, на него. Это явление, такое реальное, такое классное явление. Все, счастливо и до встречи на интервью с Полом. An example of this is the word grape. Now notice how my mouth comes forward before I even say the word. Grape. Did you see that? And notice in the word grape, the R sound is stronger and you even hear it more than the G sound.